Так, всем ассаламу алейкум, уважаемые подписчики и дорогие друзья. Доброе утро всем моим подписчикам. Желаю вам счастья, добра, благополучия, чтобы этот месяц прошел успешно, этот год. Итак, от телеканала «Суета Дагестана» вам одно хорошее топ-игра. Я вам покажу, как сейчас я это кручу. Проститутку, шлюху, заражение. Итак, мы начнем. Я давно тут в эту игру я не зашел. И у нас питомцы стали такие грустные и так далее. Итак, мы зайдем, поедем в одно хорошее местечко. Так, хорошее местечко. Это сейчас я вам покажу. Социальные места. Зайдем сюда. Так. То есть мы сделаем ездить. Так. Вот в этом клубе обычно бывают девушки с характером, флитра, интим, секс, дружба, туда-сюда и так далее. Но мне тоже это смешно, но я вам покажу, как цеплять девушек в этом игру. Это как реальная жизнь. Так. И сейчас мы посмотрим и напишем одну фразу. Итак, так напишем: всем привет, всем привет. Так, мы видим эту девушку, добавим друга. Так, 3 месяца игра, а я сейчас я посмотрю. Так, имам один, 7 месяцев, ищу парня. Сейчас я найду данный котик. Так. Они сами ищут. Так. Парней и так далее. Итак, я напишу. Ищу девушку. Ищу девушку. И сделаем. Так, ну го, я Дана Котик. Итак, вот это девушка. Они сами пишут мне. Так, ну отвали. Иди к черту, пидораска, блядь. Сучара ебана в рот, блядь. Так, напишем шепот. Привет, детка, ты сексапильная, вот, так, ага.
Это анимат. Ты красивая. Вот, это уже комплименты. Начинаем. Так. Будешь моей девушкой. Так. Будешь моей девушкой. Так. Так. Ребята, напишем, подписывайтесь на мой канал. Так. Где это? Чё этот не пишет? А ты переоденься. А, понял. Окей, сейчас. Так, мне пишут переодеться. Так, сделаем. Так, мы сейчас действительно выглядим не так. Так, что мы сделаем? Так, это нихуя танец. Так, стиль. Сделаем стиль. Так, гардероб гребаный. Это не гардероб. Так. Настройка. Так. Наряды. Костюмы гребаные. Так. Это костюмы. Сейчас я покупаю. Куплю себе. Но я не люблю костюмов. Иди к черту костюмов. Верхняя одежда. Так. 5000 это уже дорого, дороговато. Так, сейчас я напишу, я не напишу, сейчас я выберу вот этот. Так, у нас осталось 633, мы оделись. У нас по-нижнему ничего не видно, чё, как. Так, напишу. Я переоделся, моя детка. Вот, вот вы цепляли девушку одну. Сейчас я буду цеплять, вам показывать это. Как цеплять вторую шлюху. Извините за мат. Так, я переоделся. Все нормально. Все отлично. Так. Итак. Ага. Да, на котик. Короче, поехали. Куда, блядь? А волосы? Какие, ёб твою мать, волосы, блядь? Я твою маму, блядь, раком поставлю. Так, волосы. Короткие. Короткие волосы. Короткий секс. Так, такие волосы можно сделать, вот так можно по стилю иметь. Какие иметь гребаные волосы. Не так, я сделал вот таким способом. Так, все же нормально у нас. Ты, блядь. Так, волосы. Так, ага. У меня один друг. Так. Что там? А, заявка.
Я уже принимал. Принято. Они сами вам отправят заявки. И так далее. Так. Волосы короткие, только нижние волосы стали длинными. Я не буду твоей девушкой. Ну, пошла ты нахуй. Я себе другого ищу. Так. Итак. Так. Так. Ищу девушку. Так. Я сейчас выйду туда. Так, привет. Они сами пишут мне. Так, привет. С возвращением туда-сюда. Я тут все цеплял. У меня друзей около много. Где-то, ну, пальцем не посчитать. 20. Можно вопрос задать? Не стесняйся. Это я, сучку, внимания не буду обращать. Так, ты моя. Так. Что написала? У тебя есть девушка? Нет. Ну, это по-хитрому, да? А хочешь? Да. Одевайтесь по такому стилю. Сейчас будет жара. Сейчас я это девушек друг другу буду направить, блядь. Вот я тоже себе хочу парня. Красавица, ты моя. Ну, это красавица, я тебе сделаю после спального обработки. Добавить друга. Сейчас будет измена. Крепостного права. Хава на твой дом. Что-то не то. Тут. Сейчас, красавица, я тебе сделаю. Я? Ну я? Что ты? О! Давай! Давай! Приглашай! Приглашай мужа! Давай, приглашай мужа! Тебя? Да. Окей. Здрасте. До свидания. Сейчас будет жара, ребята. Сейчас будет жара. Сейчас мои старые шлюхи придут туда.
Капец. Сейчас будет жара, ребята. Кал накалывался. Бель-беля. Опа, на геймс. Это что за хуйня? Ну, это особняк, короче. Я сыграю вид ролик этого гребаного. Опа, на. Что за гребаный пиздец? Давай мне авашка хинка принеси, блядь. Или лесбийский. Давай, у нас туда глама. Нету. Сейчас тебя нету, давай в кровать иди, блядь. Пошли в кафе. Давай я тебя оформлю. Оформлю. О, в темах. Давай я тебя оформлю. Опа-на, 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 эти девушки сами, чё за связь прервана, тварюга, блядина, хуесосова, блядь, вступить, не надо вступить, это связь, так. Сейчас я сделаю другие вещи туда-сюда. Итак, куда мне идти? Так, я должен ездить. Она будет приглашать меня. И я прямо туда. Так. Работа. Так, Sundown. Street Cafe. И будет второй кафе. Как баса называется? Это что за название? Так, что тут? Всем привет. Сейчас я неожиданно буду тебя включать. Сейчас будет жара, ребята. Сейчас 3 минуты. Хана твоя, пизде. Ты где? У меня связь гребаная. Прервалась. Так. Так, куда я должен идти? Так. Я ее найду. Где она, блядь?
Чё-то связь прервана, показывать, Так, социальные места, пятая она будет. Так, я сейчас ее приглашу. Быстрый чат. Закусочная Шали. А, обновленная? Обновленная, ёбаный ты, засранец. Обновлена это? Чё там маты? Много. Лучше, чем карпаркинг. Сейчас я приглашу этого позвать ее сюда.
Так. Так. Куда это твоя любовь? Недавно, туда-сюда, все. Так, тут это такого нету. Сейчас я показать больше. Прогулка Санта, это китайские сады. Коронавируса не хватает там. Китайским саду. Так, где это? А, парк. Вот это значит. Вот ты. В этом игре я 700 девушек я изменял. А сюда 700 девушек. Вот, так. Так, опа! Опа! Наконец-то! Привет! Собака. Какую? Вот видишь, как это пример, у меня такие есть маленькие, большие. Хотите покажу, где деньги? Потом будем расплачиваться. Ну, прыгаю прямо в сердце. Просто тебе покажу. Это что такое? Потом будем расплачиваться. Так, какие именно, о чем она, блядь, о чем она, ёпта, блядь. Ты иди к чёрту, блядь. Там где 290, там есть коробка за 599, это самая большая цена, а самая маленькая цена, это 299, очень дизайнная. Кто-то переименовал. Сейчас буду переименовать. Это я знаю. Блядь, а что ты, твою душу?
ты слушаешься, а ты пизда. И чё? Пиздец. Я детей бы повахсал. Че? Так, дома, транспорт. Так, какие еще дома есть? Сейчас посмотрим дом. Так, мы будем покупать это... Гребаный дом за такие штуки, если нету. Итак, шутки в сторону, жмем подписчики. Дорогие друзья, сейчас мы посмотрим. Ты видишь, я попросил там одежда, а не следит. Там магазин, почта, друзья, и там все плохо, заходи. Понимаешь, что там будет только такая большая кнопка. Ты как раз ты должен быть, у тебя тут собаки все. Ага, вот это профиль. Это грёбаный профиль. И? Что я вижу? Это я знаю. Три питомца у меня. Да, три питомца. Сохранить и выйти.
ты моя родимая. Вы чё, блядь? Это чё за... Сутки погоняю, а чё тут ты так сидишь, а? Чё ты, блядь? Здесь... Здесь, ты, блядь. Сейчас я тебе такую сучую собаку я тебе подарю. Так, сохранить вот и... Так. Это кто такая? Ага. 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 Так. Ага, тут рекомендую играть в эту игру. И будем теплеть.
Тут кто есть? Ага. Ну, твоя любовь придет сюда. И будет капец. Да. Так, возьмем подписчики. Возьмем друзья. Настало время. Всем спасибо. А так надо. Такая девушка. И будет хорошо. Провести удачи вам и так далее. Ну, именно это шоки, короче, это не знаю, это просто социальные люди, которые снимают реальную жизнь, жизнь. Не изменяйте, если вы надеетесь, что туда-сюда разводы имеются вот таким способом. Довольно берем на моем телевизоре, но как раз интернет есть. На английском не понимаю, включи на русский. Как ты понимаешь, это Дагестан, белая природа, как постоит. И так ты попала в видео. Пиши. Так. Света. Вот так. Дагестан. Благодарю вам, мама. Как ты меня пишешь, любишь, шутишься. У меня есть тоже такая шутка. Да я тебе скажу, где у меня. Так.
Сейчас я напишу вот так. Так, тоже скажи я ролик снимаю год эфир. Ну, так-то 6 уровень, да, мое, 7 месяцев. Похоже, скажу, я ролик снимаю, идет эфир. Так, короче, подпишись. Вот так вот, Так. А ты знаешь, что я сейчас смотрю на телевизор, у меня просто есть интернет, хочешь, я тебе скажу. Так, это. Хотя, ты что, ну, пошёл кто-то, блядь. Да, блядь. Ну, скажи, как твой канал называется? И чё, ну, ты... Святой Дагестан. На английском пиши. Заявку. Так, поздравляю всем, вы попали в видео. Так, а там есть такой YouTube, такой фараон. Фараон, понятно. Там есть такой YouTube, такой фараон. Я снимаю игры. Так. Снимаю игры и немножко прикольно. Так, странно.
Ну, блядь, странно, я понимаю. Целый час, блядь. То есть 3 минуты я так, блядь, обнимаю, то есть 50 минут. Классно, игры немножко приколы. Ну, шутим. Ладно, просто надо собаку кормить, но через полчаса, как будто просто сейчас немного тишина, мама я одна стала кормить, потому что у меня еще нога отворит. Классный номер. Я тебе ссылку отправлю. Блять. Не знаю, похоже на инстаграм. Да, инстаграм появилось. Так, мобильный номер, да? Мобильный номер, да? Я тебе ссылку дам. Тут поняла. Добрый Пит, он тоже там попал в сети, видео, уважаем подписчики, кто не подписан, подписывайтесь, ставим лайки, пишем под комментарий, мы это сетям эксперимент было, и так, так подождите. Зачем хочешь, я тебе скажу, где может быть пикторетки скачать, где там такие маленькие пикторетки, и там можно переписываться, будет не с тобой, и я не скажу, какие. Так. Так. Ты чё, блядь, ты чё там? Так, я продолжу свою переписку. Итак, вот мой номер, подпишет. Так, сохрани. Сохрани. Сохрани, WhatsApp, тоже есть. Да ёб твою мать! И что это? Это не мать. Короче, найти мать. В инстаграме, это не мог, короче, найди меня в инстаграме. Ой,
будем переписываться. Так. И подпишитесь. Будем рады. Пишем под комментариев. И короче, скажи мне правду, твой канал, скажи, он называется или у тебя его нет. Так, Всем доброго, до свидания, салам алейкум, пока.